бывший министр финансов, председатель Совета Центра стратегических разработок ЦСР Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. «Для Счетной палаты это хороший вариант, Кудрин – достойная кандидатура», – прокомментировал собеседник издания. Возглавить ведомство бывшему министру предложили «Единой России». Накануне эту информацию подтвердил сам Кудрин и пообещал серьезно подумать об этой должности. Президиум фракции партии, на котором может быть объявлено о согласии возглавить ведомство, соберется на встречу с Кудриным 14 мая, пишет издание. Состоится разговор, по итогам которого, насколько обе стороны будут удовлетворены, мы примем решение, пояснял первый зампредседателя фракции «Единой России» Андрей Исаев. В свою очередь, вице-спикер Думы Петр Толстой, комментируя кандидатуру бывшего министра, отметил, что многие, если не большинство, депутатов в парламенте не разделяют те идеи, которыми руководствуется Алексей Кудрин в своей работе. Однако, добавил он, пост главы Счетной палаты не подразумевает политической деятельности реформатора. Кроме того, он высоко оценил работу Кудрина в правительстве. Согласно законодательству, Госдума представляет президенту трех кандидатов на кресло главы Счетной палаты, из которых тот выбирает одного и вносит на утверждение депутатов. 7 мая правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку после инаугурации Владимира Путина. Новый кабинет министров сформирует в течение нескольких недель. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.